Вашингтон выразил готовность отправить в Кыргызстан своих военных для урегулирования ситуации. Но с принципиальным условием: Москва должна присоединиться к этой операции. Действовать в одиночку США не собираются. Россия утверждает, что не будет вмешиваться во внутреннюю политику Кыргызстана. Единственная форма помощи, которую она оказывает, гуманитарная. Почему Москва остается сторонним наблюдателем и какие интересы преследует Вашингтон, тему продолжит Наталья Букулова. Кант и Манас на юге Кыргызстана – две военные базы двух держав. Стали простыми наблюдателями за происходящим в регионе. А бездействуют ли Москва и Вашингтон в сложившейся ситуации? Тем более, что авиабазу в Манасе США активно используют для переброски сил в Афганистан. Аналитики утверждают, что хаос в Южной Осетии Кыргызстана может быть на руку определенным силам как в Таджикистане, так и в Узбекистане. Не секрет, что через эти страны и происходит транспортировка высококачественного наркотика в соседние государства. Я в самом деле не совсем понимаю, если они с одной стороны закрывают военную базу, которая в основном играет роль перевалочной базы для Афганистана, и основная цель этой базы – помощь в борьбе с терроризмом, то в самом деле мне не совсем понятно заявление лидеров наших стран. На улицах Оша и Джалалабада появились неизвестные боевики в масках, которые стреляют и по узбекам, и по киргизам. То есть обозначилась сила, заинтересованная не столько в межэтническом конфликте, сколько вообще в дестабилизации обстановки и последующей очередной смене власти в Бишкеке. Американская база «Манас» находится в 300 метрах от города Ош. Белый дом заявляет, что находится в тесном контакте со своими русскими коллегами и никакого отношения к дестабилизации ситуации на юге Кыргызстана не имеет. В свою очередь, Москва также отказывается официально вмешиваться во внутриполитическую ситуацию Кыргызстана. Однако на российскую базу «Кант» направлены две роты численностью 250 офицеров и прапорщиков и 150 солдат срочной службы. База располагает истребителями Су-27, штурмовиками Су-25, транспортными самолетами Ил-76, вертолетами Ми-8 и учебными самолетами. Временное правительство Кыргызстана не исключает участие военных сил Российской Федерации в наведении порядка в стране. Убиты с обеих сторон, трупы сразу же увозятся на места, в районы. Таким образом, число жертв больше, чем мы с вами знаем по медицинским и официальным сводкам. Эвакуацию этих людей организовали посольства США и Германии. Я возмущен тем фактом, что в Кыргызстане продолжаются межэтнические столкновения. Ставить во главу угла именно отношения между узбеками и киргизами было бы ошибочным. Война на почве межэтнического конфликта – причина вполне весомая и широко используемая в 21 веке. Все более очевидным становится этот факт. Россия и США бездействуют, международные организации лишь призывают к миру. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей была более конкретна, чем ее коллеги. Серьезные беспорядки в Кыргызстане, по-видимому, были подготовлены заранее. У нас есть убедительное свидетельство того, что эти события не были спонтанными межэтническими столкновениями. В некоторой степени они были организованными, целенаправленными и хорошо спланированными. Инцидент начался с 5 спланированных атак в городе Ош мужчинами в масках и с оружием. Таким образом, выглядит очень похожим на то, что была предпринята попытка разжечь большую нестабильность, что действительно произошло. А заказчики нестабильности ищут и находят имена виновников киргизского хаоса. Хотя причина находится на поверхности. Геополитика этой страны и существующие реалии. Вот, впрочем, и основная цель еще одной войны в еще одной стране на постсоветском пространстве. Смогут ли превратить Кыргызстан в еще один Афганистан? Почему вдруг оказалось только свободного оружия в руках боевиков как у кыргызской, так и узбекской сторон? Конечно, не без участия спецслужб третьих стран.